Покажу вам свои лаки. Есть вот такой красный, мне он очень нравится. Один из моих самых любимых. Есть вот такой оранжевый. Он той же фирмы, Джен Мишель. Вот, он тоже очень красивый. Есть такой лак. Он красивый, Nail Polish. Мне нравится. Вот такой Nail Polish тоже фирмы. Фиолетовый лак. Есть красный. Темно. И вот синий такой Colorama Maybelline New York. Он блестящий. Полностью вот так весь ноготь закрашивает. Красивый. Моя мама пробовала им краситься. Но я еще нет. Вот такой есть лак. Он Evita фирмы. Он с тонкой кисточкой, чтобы рисовать на ногте. Профессиональный. Такой. Джен Мишель. Тоже цвет Кока-Кола. Там редко блестки. А сам лак прозрачный. Есть вот такой лак. Его я крашу на ноги. Потому что на руках мне не очень идет. Вот такой лак. Dance Legend. 308 номер. Он очень красивый, он не очень красный, чуть-чуть оранжевый там есть. Есть такой лак. Вот, мне его мама отдала, ей он стал ненужным. Такого красивого цвета, тут немножко золотого есть и как телесного. Есть вот такой лак, Nova. Красивый, блестящий. Сейчас я покажу вам наподобие такого. Вот такой. Его мало осталось. Это просто по стенкам размазалось. Очень красивый. Есть вот такой блестящий. Он мне очень нравится. Стар фирма. Маленький такой. Его жалко мало. Вот смотрите, видите? Кисточку видно. Вот такой есть лак. Это он как бы, ну, как телесный. Он у меня уже очень давно. Вот мне вот такой нравится. Очень розовый такой, яркий. Ну, не яркий, но просто нежный такой. Только яркий, нежный. Вот есть такой лак. Мне он нравится. Он телесный тоже. У меня несколько таких. Вот. И желтый. Это очень красивый лак. Он плохо виден, но он зато блестящий. Такой вот лак. Ну, на сегодня все. Я вам все свои лаки показала. Их у меня всего 18. До свидания, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мои каналы.